Новая зимняя коллекция на ярмарке верхней одежды «Ермак». Качественные куртки и пуховики по оптовым ценам от производителя. Такого выбора и цен вы еще не видели. Размеры до 72-го. Приходите, утепляйтесь. Улица Коли Миготина, 87. Здравствуйте, с прогнозом погоды вас знакомит Елена Гилева. В магазине «Ярмарка верхней одежды Ермак» новое поступление теплых курток, пуховиков по оптовым ценам от производителя. Приходите за обновками в магазин «Ермак» по адресу Коли Миготина, 87. А теперь о прогнозе синоптиков. В среду весь Урал и практически вся Западная Сибирь окажутся под влиянием ненастных циклонических вихрей, формирующих пасмурную с осадками погоду. И лишь восточная часть Курганской области останется под опекой погожего антициклона, поставляющего в регион теплые воздушные массы с юга. В Тюмени и Екатеринбурге плюс 9, плюс 11, в Челябинске плюс 10, плюс 12, кратковременный дождь. В Кургане переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха плюс 1, плюс 3 градуса тепла. Днем в Кургане облачность с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха плюс 10, плюс 12 градусов тепла. Атмосферное давление понизится. 18 октября солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго!